сложная игра, мы к ней готовились. У Анжи борьба за третье место, у нас борьба за Еврокубки. Ну, естественно, это все накладывает отпечаток. Уже предвосхищаю вопрос по поводу дерби, не дерби. Понятно, для зрителей дерби, потому что, во-первых, спасибо им, за что пришли, поддержали. Ну, для нас это важная игра, ну, а уж потом дерби, потому что... Если будет дерби преварировать, значит эмоции, а эмоции — это когда эмоции начинают захлестывать, мозги перестают работать. Поэтому мы настраивались на тяжелую игру, а потом уже на дерби. Так что, кто за нас болел, всех с победой, кто против нас, значит, ну, сегодня мы оказались удачливее. Насколько серьезна травма Перейра? И второй вопрос, как проходит процесс восстановления ВАР? Ну, не думаю, что Варкина мы в этом сезоне увидим. Я думаю, что он будет лечиться в Бразилии. Ему надо восстановиться, чтобы первый же день на сборах он был в порядке. По поводу Тони Феррейра, я ему уже сказал, что, слушайте, защитники должны бить нападающих. Ну, бить, в кавычках. А получается, что наших защитников так чуть-чуть трогают. Поэтому это надо в корне менять. Какие позиции вы собираетесь усилить? И второй вопрос, вы останетесь на следующий сезон в качестве главного? Ну, тогда сделаем так. Первый вопрос, я остаюсь, а потом усилить, да? Потому что если я это, то усилить не надо. Ну, честно говоря, я уже после того, как говорится, джин был выпущен, в последнее время меня все время об этом спрашивают. Был на передаче, вопрос задали, я ответил. Спокойно, да, теперь понятно, что действующего контракта нет, и весь мир с ума сошел, да, можно сказать. Мы работаем сейчас, Рамзан Ахматович зашел, пообщались, ну и не торопясь. Дело в том, что пожениться, это, знаешь, нам, ну, в этих вещах я слишком тяжел, что ли, или как это сказать, серьезен. Потому что что-то сделать так на эмоциях, а потом надо нам, ну, не хочется мне хорошо играть и 1-0 проигрывать. Понимаете, да, о чем я говорю? И опять же, это не значит, что надо покупать там за 40 миллионов. Вот надо четко знать, потому что организация всегда лучше, чем вложение, непонятно, допустим, куда, да? Ну, поэтому надо все нам правильно все проанализировать, этот сезон проанализировать. Я себя должен проанализировать, и тогда мы потихонечку опять, туда не собираюсь бежать и так далее, но четко надо все всегда расставлять, чтобы, ну, машина работала. От того, что мы выиграли или проиграли эту игру, не зависит. Есть, я уже в интервью сказал, уже сколько мы работаем, больше чем полтора года. Есть цели, которые намечены с первого дня, мы об этом говорили. От своих идей мы не отходим, хотя были моменты и по три игры проигрывали подряд, или там по четыре выигрывали, и хотелось бы, чтобы опять же четко продумать, сесть, наметить какие-то вещи, которые вот мы за эти месяцы иногда неправильно делали, да? Я в частности, потому что все хорошо никогда не бывает, проанализировать и точечно, как ты говоришь, что-то сделать. Потому что взять футболиста, это еще не значит, что ты стал сильнее. Механизм должен в машине работать, потому что на газ 69 не положишь, там не поставишь там аккумулятор с Мерседеса, там 600-го самого лучшего, потому что он не подходит. А в самой концовке игры вы были весьма эмоциональны, говорили подниматься, вы говорили игроку, который лежит на газоне. Ну, дело в том, что это мы должны обсудить, остается 3 минуты, его вывозят, через 4 минуты он заходит. Слушай, ну, чуть-чуть надо соображать, что случилось? На растяжке подорвался, их уже нету в Чечне давно, по-моему, все зачистили. Ну, логика, ну, человек уходит, остается 2 минуты, он его вывозит. В меньшинстве остаемся, ну, надо же как-то, ну, мало, если что-то серьезное, ну, понятно, что... Ну, согласитесь, что чуть-чуть, тем более и доктора не пускал, потому что доктор выходит, игрок выходит с поля, нас становится меньше.